Третий международный театральный фестиваль «История государства российского, Отечества и судьбы», который будет проходить на сцене Ульяновского драматического театра, откроется 6 декабря премьерным спектаклем «Капитанская дочка» по повести Александра Сергеевича Пушкина. Накануне состоялась встреча журналистов с постановочной группой, проходившая в подвале театра, в том самом Пугачевском подвале, где, по легенде, содержался бунтарь, предводитель восставших крестьян, когда он был под следствием в Симбирске. Подвал для встречи был выбран не случайно. Спустя 2,5 сотни лет со дня самого события на сцене Ульяновского драматического театра появится история о Пугачевском восстании. Познакомиться с театральными образами журналисты смогли по фотографиям. Удивил Пугачев, который не совпадал с историческим. Он был без бороды и лысый. Однако режиссер-постановщик Олег Липовецкий считает, что это не так важно. В нашем спектакле главное не историческое совпадение. В нашем спектакле нет исторических костюмов, исторических декораций и так далее и тому подобное. Не историческое совпадение, а совпадение, так скажем, идейное больше, да, совпадение характеров и темпераментов, а характер от бороды и количества волос на голове не зависит. Олег Липовецкий собрал уникальную команду для постановки спектакля. Инсценировку «Капитанской дочки» специально для Ульяновского театра драмы написала Инна Гридина, победительница конкурса современной драматургии «Ремарка». В качестве основной декорации была выбрана металлическая конструкция. По словам художника Якова Каждана, это было совместное решение постановочной группы, и она имеет истоки в истории искусства. И эта конструкция, которая в какие-то моменты она возникает, и вы ее видите, и она обретает какие-то символы в разных ситуациях. В каких-то ситуациях она работает как декорация, в самом классическом смысле этого слова, обозначая место. А в какие-то моменты она работает как аллегория и ну, вот, какой-то неких уровней там, власти. Ульяновские зрители смогут увидеть премьеру спектакля «Капитанская дочка» 4 декабря. Напомним, 6 декабря он откроет фестивальную неделю, а 8 декабря «Капитанская дочка» в рамках фестиваля будет показана второй раз. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.